Ребятки, всем доброе утро. Извиняюсь за свой вид. Я не выспалась. Я только что встала. Сейчас выпью кофе и пойду разбужу Максима. И начнем собираться, потому что время уже много. Ну все, ребятки, загрузили мою машину. Полная. Не стала уже снимать. Некогда было. Быстро все это грузили. Макс, доброе утро. Доброе утро. Все, едем в Губки, да? Все, с Богом, ребятки. Ставьте, держите за нас кулачки. Вот. Немножко поснимаем маршрут. Погода у нас, конечно, не очень сегодня. Пасмурно, видимо, будет дождь. В общем, мы едем. Все, ребятки, мы приехали. Сейчас вам немножко поснимаю. Делают нам причесочку. Вот. Поснимаю. Здесь мы еще не были. Тут такая вот площадочка, как арена какая-то. Там вот паркетик мы положили. Вот, поснимаю немножечко наше выступление. Здесь, да, как трибуна. Вот. Ну, все, держите за нас кулачки. Будем стараться. Как вы относитесь к музыке? Я просто обожаю, тем более, красивую музыку. Так, я в ожидании. Сейчас наши вернутся. Прическу нам делает лично тренер, за что я ему очень благодарна, потому что сколько я не пыталась сделать это сама, это бесполезно. Макс плачет, ему больно. У меня все непонятно, что торчит, это все торчком. В общем, руки не с того места, наверное, растут. Сейчас покажу вам своего красавчика. Кто-то говорил, что здесь плохо, мне нравится, классно. Хорошее место очень. Да, только единственное, что площадка большая, но ее поделили. Площадка А и Б, как всегда. Смены встречаем на паркете участников соревнования. Парад. Позвольте официальные соревнования, открытые первенства Губкинского городского округа, объявить открытыми. Продолжает открытое первенство Губкинского городского округа самбо.
6 пар в финале. Самбо.